13 тысяч семей в Чувашии получили единовременные выплаты из средств материнского капитала. Прием заявлений на получение выплат начался с мая 2015 года и продлится до марта 2016. Воспользоваться правом на получение денежных средств могут все семьи, которые не использовали материнский капитал полностью. 20 тысяч рублей могут получить также семьи, у которых второй или последующий ребенок родится или будет усыновлен до 31 декабря 2015 года. В течение 2 месяцев после подачи заявления средства будут перечислены на банковскую карту. Бланк заявления на единовременную выплату есть на сайте. Для того, чтобы его заполнить, достаточно иметь свидетельство обязательного страхования, сертификат на материнский капитал и реквизиты банковской карты.